Картошка вкусная, как мясо. Жители Москвы, Курска и Рязани именно так говорят о нашем брянском картофеле. Георгий – представитель предприятия, которое успешно выращивает картофель и поставляет свой продукт на прилавки магазинов по стране. Мы хотим расширить географию, мы хотим расширить перечень продуктов, ну и, соответственно, добавить некоторую фасовку, которая не представлена. В целом встреча, конечно, прошла хорошо, не зря. Очень рады, когда они к нам приезжают. Рады сельхозтоваропроизводители, когда приезжают представители крупных федеральных торговых сетей. По показателям социальных исследований, 90% брянцев хотели бы видеть на полках магазинов местные овощи и фрукты. За минувший год товарооборот по фермерской продукции, только по фермерской продукции, увеличился у нас в сети на 35%. Если говорить про Брянскую область, то мы на четверть увеличили число контрагентов, работающих в категории фрукты и овощи, по отношению к общему числу организаций из этой категории за все предыдущие годы. Для сельхозпредприятий уже давно разработан специальный механизм для вступления в торговую сеть. Сейчас же компания старается максимально облегчить этот путь, тем самым открывая прилавки федеральной продуктовой сети не только для крупных фермерских предприятий. Одно остается неизменным – качество продукции должно быть на высшем уровне. Мы федеральная торговая сеть и в первую очередь ориентируемся на интересы наших покупателей, наших потребителей. Мы в ответе за то, какую продукцию они будут потреблять. Поэтому есть требования по качеству. Но мы не ограничиваем возможности для попадания в сеть только крупными поставщиками или там средними. Мы абсолютно открыты и для небольших сельхозтоваропроизводителей. На торгово-закупочной сессии сельхозтоваропроизводители, а их было более 40, успели задать вопросы, ознакомились со всеми правилами вступления в федеральную сеть. А значит, в ближайшем будущем на прилавках брянских магазинов должно появиться еще больше местной сельской продукции. Екатерина Пенько, Анатолий Чекрыгин, Брянск.